Всем привет! Меня зовут Александр Ломакин. И это очередное видео из Desert Hot Spring, California. Я остановился в гостинице Desert Hot Spring. И как бы там эти бассейны. Вон там. Бассейны видно в окно. И здесь парковка, пальмы де Майорка. Есть небольшое кафе. Так ярко я очки в машине оставил. Свои солнцезащитные. Поэтому будем... Я остановился на пообедать. Перекусить это суп. Здесь дают суп. Ну, кстати, на улице такая жара сейчас. Вот видно. Видно, передается жара. Даже вот посмотришь. Ярко это, под 40 градусов в тени температура воздуха. Вот. На солнышке, естественно, никто не мерил, сколько там градусов. Ну, классно. Вообще тут все классно. Кафе такое классное. Обслуживающий персонал. Классный. Посетители классные. Такие все простые американские люди. В этом, именно вот в этом. Именно в этом. Дом отдыха, если так можно сказать, который имеет 8 бассейнов с разной водой. И это вода минеральная, в смысле разная температура, но это минеральная вода, которая идет из земли. Вот, 8 бассейнов. Я вчера показывал, возможно, сейчас сегодня сниму про бассейны. Вчера ночью предыдущее видео я делал. Ночью купался в 11 утра. Эти бассейны, они работают круглосуточно. То есть ты в номере, зашел в номер. В номер зашел, значит, отдохнул, душ отдохнул, поспал. И опять купаться. Вышел купаться, искупнулся, опять принял там душ, поспал. И так круглосуточно работают бассейны круглосуточно. Кафе не круглосуточно, к сожалению. Ну, ночью есть вредно, после шести мы не едим. Вот, поэтому все нормально. Ну вот, что еще можно сказать. Всем приятного аппетита. Мне тоже приятного аппетита. Ярко от солнца. Яркое солнце. И жара. Я даже не знаю, что там на улице делать. Только в таком холодненьком бассейне сидеть и в номере. Жарище, ё-моё. А солнце заходит, кстати, 8 часов. И люди начали купаться вовсю после захода солнца. Вот, значит, такая духотища на улице сейчас. Но только в холодном бассейне. Они все с минеральной водой. Это я называю это гостиница Аква Минерали.